Здорово, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим, попробуй засмеяться челлендж, попробуем с тобой поржать. Сегодня наконец-то, я пиздец счастлив. Сегодня наконец-то возвращаюсь к стримам. Я не знаю, наверное, ты видосы тут успеешь увидеть, там мы еще посмотрим видосов. Если хочешь, прилетает, не реклама, я просто тебе говорю, что в голову приходит, а мы с тобой пошли смотреть. Я дико рад. Давай сегодня мы в конце проведем гадание, какой у тебя сегодня будет год. Я надеюсь, не будет какой-нибудь кринж, а иначе пиздец нам с тобой. Нам с тобой пиздец. Это новый тренд на видосы пошли, походу, да? Идеальный стоп-тайм. Это новый тренд на видосы какие-то, да? С домофонов камер. Кстати, у меня тоже есть камера на домофоне. Так что, если ты придешь, я увижу, что ты... Спасибо. Not a chance. Танцуй для меня, Гарфилд. Sure, Odie would be happy too. Ты уверен? Я не понял, но хорошо. Танцующий Гарфилд — это всегда клево. Кто съел его еду? Еба. Ты замечал когда-нибудь, что у меня смех похож на очень быстрое мытье окна? Вау! Слушай, опять охренительно! Тебя откусывают палец, если ты не прав. Ковер весело. Я бы заставил людей. Кастрирую я тебя. И тебе. Сон-то дороже мне сосиски твоей. По-хорошему не хочешь? Значит, будем по-плохому. Дяденька придет, ножницами чикнет, и не будет у тебя шариков шарик. Нравится расклад? Ого. Что это за ганстер? Разом ебану? Ебани. Приватбанк. Беремо и робимо. Я не понял, это что, это был банк? Типа ты приходишь в банк, а тебя ебанули? Чё произошло? Кто в комментах объяснит, тот молодец. Не смешно. Я там не был, но я бы так же делал. Я бы просто всех бесил, отдавал всем петули для того, чтобы у всех портился день. Люблю портить людям день. Это когда собаки отре... Сука. Я, возможно, конечно, эту шутку повторяю на каждом таком видео, но это буквально я, мне когда-то меня фоткали, это буквально мое лицо, когда меня резко разбудить, без шуток, буквально. Или когда я улыбаюсь, блядь, похож. Ого, собака говорит. Кот хочет. Понял. На, минус волос. Hey. Не смешно. У человека лысина, это не смешно. Почему я посмотрел на потолок, будто он честно меня обвалится. Где деньги? Где деньги? Он бьет ладошку. На, на, получай. По жопе ее. Ты положил свой напиток вниз, зачем? Не, ну если ты идиот, то тебя ничего не спасет. У тебя интеллект минус 1000, дружище. Что происходит? Что с собакой? Ого. Хрена, я всегда боюсь, что такие собаки сломаются и напрыгнут на тебя. Что, блядь? Что? А, они приморозились! Я думаю, какого хера? Нормально, это просто очень замороженные овощи. Ой-о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 й
Или она во что-то врежется, чего-то испугалась. Чего она пугается? А, ее кто-то... Она чего-то пугалась, короче, и потом пошла, решила проверить стену на прочность.
кто сильнее, стена или она, я тоже так делаю. У тебя было такое иногда, знаешь, что ты идешь, 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 и у тебя вдруг желание отпиздить стену. Не знаю, может быть, я какой-то больной, но у меня бывает такое, я иду, иду. Ух, стена! Кто сильнее, стена или я? Я обычно проигрываю, но я привыкаю. We're here to help. Farewell, citizen. Вау, как он красиво упал. Я обожаю, обожаю мемы из Обливиона. На! На работу по объявлению. Это оно. Мамка попросила тебя передвинуть стол. Ну и вот. У меня так грузчики перевозили, кстати, мой стол. Тоже раздолбили его полностью. А, это чуваки, которые не хотят, видимо, кушать, да, и он перед ними ест. Ай, паскуда! У этого чижика даже на маске его, смотри, слезы протекли. Вот это слезка, слезка, он плачет. Или она. Она, наверное, не знаю. Парни, вы хотите облить его, но не вышло. Вы уничтожили какую-то там шедевр просто невероятный. Что это за шедевр? Он взял и уничтожил то, что нарисовано было. А потом залил сюда и все разли. Пошел. Хиба. Его друг за него выбрал вилку в глаз, или что это было сейчас? Что я должна делать? Там лягушка. Я укушу ее. У кого, блядь, первая мысль, когда он видит лягушку, это я ее укушу. Ты целовать ее должна, если ты принцесса. А если ты обычный человек, то сочувствую. Лягушка тебе ярость лягушечью даст в лицо. Рецепт из того, что всегда есть под рукой. Командорского кальмара и пятигорский лангустин маринуем соусом унаги, немного устричного соуса и, конечно же, сочным ароматным лимоном с южного склона Везувия. А колумбийский батат спокойно очищаем и нарезаем на тонкие палочки и обмакиваем во взбитом яйце и панируем японскими сухарями панко. И если у вас завалялась панко, да, присыпайте все, ее что отечественным чесноком. Блять, наконец-то. Блин, ну это же старый мем. Мы это видели с тобой мем тысячу. Ой-ой-ой. Ебал, он круто уходил. Я всегда боялся, что если я сейчас кину боулинговый мячик, он улетит и проломит мне пол. И мне придется платить за все здание. У тебя было когда-нибудь такое? Чтобы у тебя ломался пол в боулинг? Окей. Эй, что слушать? Не смешно. Да, так, ничего особенного. А можно послушать? Не. Бесят такие люди, которые: а можно послушать, что ты слушаешь? А можно послушать? А иди ты нахуй, нельзя послушать, что я слушаю. Я слушаю то, что я слушаю. Вдруг у меня там какой-нибудь... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вдруг у меня настроение на какой-нибудь, я не был опенинг. Ты что прикалываешься? Дай сюда. Система поиска пидасов активирована. И кто из них? Пидарас найден. Ты что, серьезно это слушаешь? Да. Ты же просто дурацкий старый. Это даже не музыка. Знаешь, у всех разные вкусы. Я не виноват, что мне нравится Риана, а тебе нет. Стой. Риана? Да. А ты что, слушал что-то другое? Нет, ты... Короче, слушай дальше свою Риану. Гей. А? Не, я понял, в чем мем, но ладно. Оно не так работает. Нет, подожди. У меня было такое, когда у меня было очень хорошее настроение, я готовил и танцевал. Ко мне в это время друзья пришли и такие, типа... Хуёво танцуешь. После этого никогда больше в жизни не танцевал. Человек-паук хочет перепрыгнуть. Ребенок какой-то кричит на фоне, наверное, его раздражает Человек-паук. Еба! Ха! Вот так вот тебе, чтоб не выпендривался. Ха-ха-ха.
Почему собаки всегда выглядят такими жалкими? Они прям такие грустные. Say something. Was it you? Tell me right now. Я не понимаю, что слева происходит. Сразу видно, у кого из них есть девушка, у кого нет. Вот этот последний парень явно технику шарит. All right, that's regular. You know, they always knocking the ball. But back here is crazy. Pause of the month. Pause of the month, bro. Hey, yo, that's crazy. А, он тебя держит за яйца. Хватил яйца за быка. Это настоящий кот? Это настоящий кот? Такие коты бывают? Бля, хочу такого кота, вот это крутой кот вообще. Это чё, человек? Yo, I love Spider-Man. Йоу, человек-паук, я тебя люблю. Проверяем инверсию лица, но мне самое охуительно, поэтому будет ровненько. Ебало закрой. Раз, раз, раз. Ну ровно ж, да, по факту? У тебя хуй кривой, блядь, долбоёб. Не смешно. А в чём шутка? Дед Мороз. No witnesses. Сука, тихо говорит, без свидетелей. Я не понял, в чем смешно, но мне смешно, потому что Дед Мороз стреляет в человека. У меня очень странный юмор. Ого, мужик облысел от стараний своих. Вот это да. Чья была эта идея? Башни из туалетной бумаги. Глюк в матрице. Кто? Кому я нужен? Я никому не нужен. Зачем вы мне звоните? Я ж не нужен вам. Вы все равно хотите мне сказать: «Эй, МТС, блядь, у вас кредит». Все хорошо. Это была еда. Теперь я еще счастливее. Ой, только у меня запутанные наушники. Ну да и ладно. Меня это не расстроит. Ведь я буду есть. Глюк в матрице. Ра-ба-ра-па. Ну что, готов? Гадай, 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 что в следующем году будет, пока зывай. Ну то есть в нынешнем году уже. Ой, покажи что-нибудь хорошее, ПЖ. Блять, будет холодно. Не, ну в принципе уже гадание исполняется, потому что нам уже с тобой холодно. Но это не то, что нужно, потому что это гадание не показывает нас с тобою, какая у нас с тобой будет жизнь. Поэтому в предыдущий раз в это гадание нам показали с тобой, какой будет погода, видимо. Посмотрим в следующем видео, какая у нас с тобой будет, собственно, жизнь в этом году. Пока что на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока что на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.